Добрый вечер, дорогие друзья. Наш долгий, тяжелый разговор, посвященный трагической истории организации украинских националистов, подошел к завершению. И сегодня у нас последняя, шестая серия цикла. Нам осталось для обсуждения третий период в истории организации украинских националистов. Помните, что мы говорили, если кто еще помнит, первую серию? Гусеница, куколка, бабочка. В самом начале я говорил, что на третью часть мы потратим минимальное количество времени, так это мы и сделаем. Мы уложимся очень коротко и быстро. Да, действительно, осенью 43-го года, когда появилась Красная Армия, потом уже весна 44-го года, когда Красная Армия заняла всю Волынь, летом 44-го года уже была занята Галичина, начался третий этап деятельности организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии, их действия уже в ситуации советского освобождения или советской оккупации, кому как нравится. Да, бабочка замахала чрезвычайно красивыми крылышками. Просто изумительно красивыми крылышками. На том самом третьем великом сборе, когда обсуждался вопрос, резать поголовно или выгонять, параллельно с этим была принята куча документов, под каждым из которых я готов подписаться. Были приняты новые программы. Все было сказано. Свобода человека, права человека, мама дорогая, равноправие народов, демократия и все хорошее. Даже цитировать этого я ничего не стану. Почему? На мой взгляд, все эти документы Третьего Великого Сбора, это как бы, если бы, доклад о культе личности Сталина и его последствиях, тот самый секретный доклад, который прочитал Хрущев в 1956 году, прочитал бы не Хрущев, а прочитал бы живой товарищ Сталин. Вот живой товарищ Сталин поднялся бы на трибуну съезда, все бы встали, минут пять били в ладоши до посинения, потом выслушали доклад Сталина о мерах борьбы с культом личности Сталина, опять же, громкими аплодисментами, выкриками великому товарищу Сталину слава, поехали на места, значит, воплощать это, в жизнь эту программу. Я не вижу смысла даже обсуждать программы со всякими красивыми словами, которые приняли те же самые люди, которые были на тот момент уже не по локоть в крови, а по макушку в крови. Причем, заметьте, все-таки в хрущевском докладе все-таки имелся элемент осуждения. Да, это осуждение было очень дозированное. Да, конечно, осуждались нарушения социалистической законности, а не нормальной человеческой законности и так далее. И тем не менее, доклад Хрущева, безусловно, содержал элементы осуждения. Никакие решения, никаких бандеровских съездов, никогда ничего из того, что они сделали, ни малейшему сомнению и осуждению не подвергал. Поэтому на этом мы заканчиваем, уже закончили обсуждение теоретических новаций и поговорим о реальных изменениях. А реальные изменения были грандиозные. Сменились люди, и действительно, эта бабочка уже совершенно не походила на предыдущую куколку. Сколько было людей в УПА на момент прихода туда, фронта, на момент прихода Красной Армии? Как ни странно, мы знаем это достаточно точно, потому что когда многократно упомянутый выше Дмитро Кличкивский, главный организатор резни на Волыни, получил 12 февраля 1945 года давно заслуженную пулю, то на нем в сумке были найдены документы, их внутренние, из которых следовало, что УПА «Север» и УПА «Юг», а это две трети всей УПА, насчитывало 6920 в апреле 104-го, 960. Примерно 7000 человек там было, плюс еще УПА, которая на Галичине. УПА «Запад» 10, максимум 15 тысяч человек. А вот после того, как пришел Советский фронт и пришла туда советская власть, произошел взрывной рост численности. Цифра 100 тысяч скорее минимальная, чем максимальная. Откуда такой взрывной рост численности? Потому что пришла советская власть. А вместе с советской властью пришел кто? Полевой военкомат.
пришел полевой военкомат с военкомами, которые имели сильное желание собрать вот этих людей, которые 3 года отсиживались от войны, отправить их на фронт. Люди этого не хотели. Я убираю в сторону любые моральные оценки. Констатируем, что огромное количество украинской молодежи не хотело попасть в Красную армию. Соответственно, они бросились из домов в лес. А люди, уклоняющиеся от призыва, это по определению молодые и здоровые мужчины. Ну, старым и хромым не надо беспокоиться о призыве. Это призывной контингент. Далее. Не будем забывать, что вот все, о чем вот эти вот территории, о которых мы уже 1000 раз сказали, Волынь, Галичина, Галичина, Волынь, это та самая территория, на которой в первые недели советско-германской войны, летом 1941 года, и была разгромлена гигантская группировка Красной армии, Юго-Западный фронт. Все эти мехкорпуса с брошенными танками. Люди, десятки тысяч, сотни тысяч дезертиров, на этой территории остались. Опять же, убирая в сторону все моральные оценки, эти люди явно не хотели встречаться ни с военкоматом, ни с НКВД, ни со СМЕРШем. Эти люди тоже бросились в лес. Было большое количество людей, которые в той или иной форме, не всегда в, кстати, бесчеловечных формах, сотрудничали с немцами. В конце концов, 3 года люди жили, кто-то должен был обеспечить работу водопровода, кто-то должен был хоронить покойников. Эти люди тоже не хотели встречаться с советской властью. В результате лес заполнился. Ну, лес, кстати, в таком, понимаете, общем смысле. И лес, и горы заполнились людьми, десятками, сотни тысяч людей. Среди них было много молодых и здоровых мужчин, которые замечательным образом командира УПА к себе забирали, не спрашивая, хотят они этого или не хотят. А проблема была только оружие, чем вооружить эти 100 тысяч человек, а еще большей проблемой, ну, условно 100 тысяч, могло быть и больше, это командный состав. Командного состава в таком количестве не было. Те, что были, ну, во-первых, уже частично их и перебили, они растворились вот в этой новой нахлынувшей массе, и да, действительно, УПА приобрела совершенно другой состав, другой человеческий и прочий облик. А что же касается командного состава, то его сокращению активно посодействовала еще и бандеровская СБ, служба безопасности. Мы еще ни разу ничего не сказали об этой структуре, она того, безусловно, заслуживает. Дело в том, что в рамках организации украинских националистов, неизбежно, как в любой подобной организации тоталитарно экстремистского типа, появляется своя внутренняя охранка. История взаимоотношений СБ и ООН полностью повторяет историю взаимоотношений ВКПБ, большевистской партии, и ВЧК. Сначала создали ВЧК как карающий меч революции, который будет бороться со шпионами и вредителями, а потом это ВЧК под названием НКВД превратилось в карающий меч, который уже карал любого и просто подмял под себя всю эту так называемую партию. То же самое произошло и там. В 1943 году была СБ превратилась в вертикальную структуру, не подотчетную, ну, то есть подотчетную только вышестоящей вертикали, но никому более того. СБ получила право арестовать любого руководителя движения политического и военного, любого командира УПА. Она же, конечно же, как и ВЧК, имела право ведения следствия и вынесения приговора. Следствие у них проходило так замечательно, что, например, на Волыне с января по октябрь 1945 года под следствием в СБ оказалось 938 человек, из которых 889 оказались виновными и, соответственно, казненными. Руководил всем этим делом некий Козак, это его фамилия, а псевдоним Смок. Разобравшись на Волыне, он переместился на Тернопольщину, где провел массовую чистку рядов. За несколько месяцев было уничтожено 50 командиров, включая начальника штаба округа, политического референта округа, начальника школы минеров и нескольких десятков командиров куреней, то есть батальонов. В общем, у них произошел 1937 год. У них произошел свой 1937 год со своими расстрелянными, но если не генералами, ну, с полевыми командирами, но только большая разница, большущая-пребольшущая разница между вот этим вот 1937 годом, который произошел в Советском Союзе,
и тем, что СБ делало в 1944-1945. Потому что, ну, куда было деваться членам семьи изменника Родины, так это называлось, в 1937 году. Ну, только дрожать от страха, или стреляться, или вешаться, или идти на партсобрание и проклинать собственного отца или собственного сына. А здесь ситуация была другая. Людей, которых СБ своими зверствами поставило в такое положение, совершенно точно знали, куда им надо идти. Им было куда идти. Некто командир Куреня Скорупский в своих послевоенных воспоминаниях писал: «Первые сексоты вышли главным образом из тех семей и сел, где были жертвы СБ, где мы сами посеяли горе и ненависть. В цифровом количественном результате, по состоянию на 1 января 1946 года, НКВД имело 18 165 информаторов, а также 2249 агентов, уже непосредственно внедренных в вооруженное подполье. Это невидимый фронт. Был и видимый фронт. На рубеже 1944-1945 годов на западе Украины уже насчитывалось 212 истребительных батальонов, ну, то есть это вооруженные формирования, которые набирались исключительно и только из местных. Там не было никаких москалей, там даже не было никаких схидников, то есть жителей восточных районов Украины. Просто из местных было набрано 212 истребительных батальонов общей численностью 24 тысячи вооруженных человек, этнических украинцев, которые сражались против УПА, а также 2336 вооруженных групп содействия. Группа содействия – это несколько человек в населенном пункте, там где-то в маленьком селе, в маленьком хуторе, которым выдавали винтовку, и, соответственно, вот, чтобы они могли как-то отбиваться. И в эти группы содействия было еще 24 тысячи вооруженных человек, которые совершенно не считали бандеровцев своими героями. Ну и уже в дополнение к этому Первый Украинский фронт, Второй Украинский фронт, Третий Украинский фронт и Четвертый Украинский фронт, то есть миллионы вооруженных до зубов людей, десятки тысяч танков, десятки тысяч пушек, самолетов. И вот это все, и вот с этим всем руководство, командование УПА как-то собиралось сражаться. Результат этого сражения я свел в маленькую табличку. Он перед вами. Он абсолютно ожидаем. Никакого другого результата быть и не могло. То, что вы видите цифры, это тысячи человек. То есть уже по состоянию на конец 44-го года, 44-го, не опечатка, 44-й, еще война даже продолжалась, по состоянию на 31 декабря 1944 года убито 57 тысяч, это отчет НКВДшный, естественно, убито 57 тысяч бандитов и бандпособников, так это называлось в документах, арестовано 50 тысяч, воспользовались амнистией, вышли из леса 16 тысяч, итого 123 тысячи в сумме, что уже, строго говоря, превышает любые разумные оценки возможной численности. 25 мая 1946 года, то есть почти через полтора года после этого, цифры вырастают. Это нарастающий итог, это не надо суммировать. К маю 1946 года убито 111 тысяч человек, арестовано 251 тысяча человек, воспользовались амнистией, вышли из леса 115 тысяч человек, что в сумме нам дает 477 тысяч, практически полмиллиона. Что уже не то, что соответствует, а многократно превосходит любые возможные оценки. Любые возможные оценки максимальной численности УПА в какой-либо период ее существования. То есть, конечно же, произошел полный безоговорочный разгром, ничего другого быть не могло. Произошел он вопреки, ну, распространенному заблуждению. Я был участником этого заблуждения, думал, что все-таки это произошло после окончания войны. Нет. Фактически вооруженный разгром завершился в 1944 году, но весной 1945 года, так сказать, его подвели итоги. А дальше, значит, первая амнистия. Первая амнистия была объявлена еще 12 февраля 1944-го. То есть так только пришла советская власть, она сразу объявила первую амнистию. 27 ноября была вторая амнистия, но, как мы сказали, вышло немного, 17 тысяч. А вот когда война закончилась и
главное, ну, сказать, опасение оказаться в военкомате на фронте ушло, то народ стал массами выходить. Значит, третья амнистия была 19 мая 1945, четвертая амнистия 5 ноября 1945 года. Как вы видели, цифры вышли больше 100 тысяч человек. И, строго говоря, к лету 1945 года история украинской повстанческой армии завершилась. После этого ничего, что можно было бы с любыми натяжками называть армией, организованным партизанским движением, не было. Осталось то, что называется вооруженное подполье, то есть крохотные разрозненные группы. Да, они продолжали называть каким-то себя округами, сотнями и прочее. Это были крохотные разрозненные вооруженные группы, которые в лесах, да, действительно укрывались и продержались долго и очень долго, ну... Мы знаем, я еще это помню, даже в газетах при мне писалось. В 70-е годы, через там, 30 лет после капитуляции Японии, где мы в джунглях Филиппин, в джунглях Малайзии находили какого-то японского солдата или офицера, который не желал сдаваться. К нему привозили из Японии его командира. Туда, в джунгли, командир отдавал приказ, и он выполнял приказ. Значит... Если у него еще оставалось какое-то не до конца проржавевшее ружье, клал его на землю. Да, если считать так, то можно, конечно, дотянуть длительное существование УПАИ до 50-го, 60-го, какого угодно года. Но, еще раз повторяю, реально то, что было хоть как-то похоже на партизанскую армию, было неизбежно и неотвратимо и разгромлено в 44-м году, в начале 45-го года. Это... цифровой, так сказать, количественный, даже не то, что цифровой, фактическая оценка ситуации. А какая же тут может быть оценка человеческая? Ну, мне много-много раз говорили, и лично, и в комментах, ты не понимаешь, это великий подвиг, это великое мужество, немеркнущий свет, это люди, которые принесли присягу, сказали, «Здобудешь украинскую державу, або загинешь в борьбе за нее». И вот они сражались до конца. Разве же этот великий подвиг не заслуживает огромного уважения? Я помню, что меня в школе мы учили рассказ Максима Горького про Данка. Помните тот герой Данка, который вырвал свое сердце из груди и своим сердцем осветил в темноте дорогу людям? Это, конечно, очень красивая история. Но Данко... вырвал свое сердце из своей груди. Это, безусловно, героический подвиг. А вот когда вырывают сердце другого человека из другой груди, то это называется убийство с особой жестокостью. И вот здесь-то надо подумать, что же у нас было. К сожалению, я не вижу тут подвига. Я вижу страшную трагедию польского и украинского народа. Я вижу кровавое безумие, сотни тысяч погибших людей, по большей части людей безоружных, по большей части не имеющих никакого отношения, никакому Дмитру Донцову, никакой нациократии. По большей части это были просто малограмотные крестьянские парни из бедных семей, вовлеченные в этот ужасный водоворот. Вот это я все вижу. Что же касается героического подвига и немеркнущего света, ну вот в очередной раз берем воспоминания Василя Галаса и прочитаем. И прочитаем волнующую, безусловно, волнующую историю про подвиг. Значит, он рассказывает про то, он был в Закерзонье, как раз вот там, вот на территории Польши, к западу от Буга. Он там был зам, а был руководитель вот этой Закерзонной под псевдонимом Стяг. И, значит, он уходит, ну, есть задание, уходит туда, на восток, в Украину, они прощаются. Мы попрощались, сразу читаю по-русски, пожав друг другу руки. Стяг подошел ко мне, его взгляд светился искренним душевным теплом и тихо сказал: «Дорогой друг, передаю тебе мое сердце, отнеси его в Украину. У нас у двоих глаза заблестели слезой. Мы обнялись и разошлись, понимая, что, наверное, никогда больше не увидимся». 17 сентября 1947 года так и стало, так и произошло. В соответствии с рапортом офицера службы безопасности польской, дело-то в Польше было,
который руководил операцией, вся команда, ну, вся группа, которая была со стягом, распевая гимн «Щеня в Мерло, Украина», подорвала себя в Криевке. Ну, Криевка – это подземное убежище. Вместе со стягом погибли Игорь, Яремко, Черноморец и Донский. Та же самая история. Буквально та же самая история, только записанная и рассказанная нам современным украинским историком Юрием Шиповалом на основании прям-таки подлинных польских документов. Буквально та же самая история. В какой-то момент во время прочесывания леса внимание польских воинов привлекло очень большое количество найденных мертвых тел. А служба безопасности, бандеровская, безжалостно убивала всех, кто передвигался по лесу вблизи места укрытия, грибников, просто прогуливающихся местных жителей, чтобы никто не мог донести о лицах, скрывающихся в лесу. Это вызвало противоположные последствия. Тела убитых, абсолютно случайных мирных людей, тела убитых стали следом, который 17 сентября 1947 года привел к Криевке стяга. Принимая во внимание преимущество противника и понимая безнадежность своего положения, стяг приказал взорвать Криевку. Вместе с ним погибли 4 охранника. Ну, друзья мои, я признаю за вами любое мнение. Я не вижу здесь немеркнущего, простите, света подвига. Беру изданный институтом истории, Украинским институтом истории, Украинской академии наук. Сборник ООН в 1944 году. Открываю предисловие. Они его составляли, я за язык никого не тяну. Мы перед вами. Страница 39. Ученые нам сообщают. Одним из распространенных способов борьбы за влияние, заметьте, за влияние в стране, стали террористические акции повстанцев против представителей советских силовых структур и партийно-комсомольского актива. Дальше приводится пример. Ночью 13 сентября во время нападения на местечко Лисец была убита учительница Шило и ее 7-летняя дочка Нинель. Обратите внимание, что учительница Шило – это явно украинка. Если бы она была присланная из Москвы, то была бы фамилия Шилова. Это явно украинская учительница, которую зачем-то убили вместе с 7-летней дочерью. Теперь смотрим на итоги. На итоги, которые я опять же свел для вас, для удобства, в табличку. Это доклад Берии, подготовленный уже после смерти Сталина в апреле 1953 года. Итоговые результаты. Кого же убили героические подпольщики за время 44 по 53 год? Вооруженный противник, ну все перед вами, читаю для тех, кто не видит. Вооруженный противник 9626 человек и мирного населения 21048 человек. Понятно, что цифры эти точными быть не могут, но они так приведены, я их так посчитал. Из мирного населения главная группа – это крестьяне и колхозники, которых они стреляли за любую провинность, 16 тысяч. А партийный советский актив – 2226 человек. Учителя и врачи – 1931 человек. А также отдельной строкой записаны дети, домохозяйки, старики – 860 человек. Если же мы посмотрим на вооруженного противника, то москалями, может быть, были военнослужащие Красной Армии внутренних войск. Тоже не факт еще, из каких там районов страны они туда прибыли, но это 4475 человек. Истребительные батальоны 2590 – это безоговорочно местные украинцы. Сотрудники МВД, МГБ 2561 человек, тоже в абсолютном большинстве случаев это были местные, причем туда почти в полном составе передали партизанские отряды. Если говорить про руководителей, то они практически все были украинцы по национальности. Нарком МВД СССР товарищ Рясный, нарком госбезопасности товарищ Савченко, командующий погранвойск, они активно в этом участвовали, товарищ Бурмак –
заместитель Ресного Строкач в прошлом, или Строкач, не знаю, где ударение, в прошлом начальник штаба Украинского партизанского движения, замнаркома МГБ товарищ Есипенко. Украинцы убивали украинцев. Обе стороны при этом совершали бесконечное количество того, что с точки зрения Нюрнбергского процесса должно быть названо военными преступлениями. Страшное кровавое безумие вижу. Простите меня, сияние вечного подвига не вижу. А когда я вижу вот эту фотографию, мы с вами ее уже видели, но она стоит того, чтобы на нее посмотреть. Вот эти замечательные люди в костюмах при галстуке. Они в Роттердаме. За ними сожженная страна. За ними сотни тысяч зверски или не зверски убитых людей. И они не застрелились, они не ушли в монастырь, и они не ушли работать медбратом в Лепрозории, а они в Роттердаме. В завершении нашего большого многочасового разговора, нашего большого пятисерийного цикла, я хочу поделиться с вами, почтенная публика, мыслями, рассказать, с чего это все началось и к чему я со всем этим пришел. Начался этот цикл, для меня начался, с картинки, которую вы видите. Вот с этих мужественных молодых людей, которые прямо-таки по гладкой стене куда-то ползут. А что они делают? Это они 27 декабря прошлого 21 года вешают на здание государственной областной администрации Тернополя, Тернопольской области, огромный портрет Степана Андреевича Бандеры. Гигантский, 20 на 11 метров, как сказано, самый большой в истории Украины. Вот когда я эту картинку увидел, то, ну, прежде чем, решил все-таки уточнить. Все-таки решил уточнить и посмотрел основной закон, Конституцию Украины, ныне действующую Конституцию Украины. Там есть глава 20, государственные символы Украины, это у меня русский текст официального сайта. У Украины есть символы, это флаг, герб, гимн. И, разумеется, ни флаг Украины, ни герб Украины, ни гимн Украины, утвержденный ныне действующей Конституцией, ничего общего с бандеровской символикой не имеют. Соответственно, портрет Степана Андреевича – это картинка. С точки зрения закона, основного закона Украины – это картинка. Эту картинку можно вешать себе на грудь, ее можно публично порвать, выкинуть в мусорное ведро – это картинка. Теперь смотрим на размеры этой картинки и смотрим, как, вообще говоря, выглядит эта администрация. То есть на здании государственной администрации повешена картинка такого гигантского размера, что в этом масштабе официальные установленные Конституцией символы страны, герб и флаг едва ли видны. Ну, тут возникает, во-первых, вопрос о том, насколько это все правильно с точки зрения закона геральдики и так далее, что на государственном учреждении вешается какая-то картинка. Ну, она, в принципе, ничем не отличается. Допустим, повесили бы они фотопортрет своей любимой девушки в купальнике. Но почему это должно быть на фасаде областной государственной администрации в размере в десятки раз больше, чем размер государственного герба и флага? Ну, это формальности. Ну, гораздо более понятно содержание. Это политическое заявление. Ну, понятно, что мы ломаемся. Это политическая декларация, каковая, на мой взгляд, чрезвычайно вредна для Украины. Этот взгляд у меня давно. Еще в мае 2015 года с хорошо вам известным Алексеем Собченко мы даже открытое письмо тогдашнему президенту Украины Порошенко написали с призывом вот остановиться на пути глорификации, то есть прославления, шунования бандеровщины, которые крайне мешают устанавливать взаимоотношения дружеские Украины с ее соседями. Ну, понятно, что наш писк никто не заметил. В любом случае, я думаю, надо прислушаться к тому, что когда то же самое говорим уже не мы, Собченко, а говорит президент, прям-таки настоящий президент, президент Польши Ярослав Качинский. Перед вами текст, перевожу с листа. «Мы, — говорит Качинский, — не можем годами соглашаться с тем, чтобы в Украине строился культ людей, которые совершили геноцид против поляков,
Причем такой, что хотя и трудно превзойти в жестокости немцев, но они смогли их превзойти. Короче говоря, это дело ответственного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это дело ясное, ибо мы демонстрировали величайшее терпение, но и у него есть пределы. И вот возникает вопрос, у меня возникает вопрос, почему на рубеже 21-22 года, в той ситуации достаточно напряженной, когда Украина, внешнеполитической ситуации для Украины, когда Украина как никогда нуждалась в поддержке, солидарности со стороны цивилизованных стран, со стороны ее ближайшего соседа, ее ближайшего потенциального союзника, и не просто потенциального союзника. Польша с самого начала поддержала провозглашение независимости суверенной Украины. Она поддерживала первый Майдан, как вы прекрасно помните. Она поддержала Украину во время революции достоинства. И вот зачем надо в тот момент, когда Украина остро нуждается в помощи и солидарности, оскорблять, нагло вызывающим образом, оскорблять своего ближайшего соседа и потенциального союзника? Зачем надо регулярно, из года в год, оскорблять другого потенциального союзника? Израиль. Да, маленькая страна, но четвертый, по-моему, в мире экспортер вооружения. Очень было бы полезно наладить с этой страной не расшаркивание дипломатическое, а настоящие союзнические дружеские отношения. Зачем надо оскорблять ее? Делается ли это по глупости? Или это делается за русские деньги? Но это вопрос, который надо выяснять не мне. Для этого есть компетентные органы. Я же, пока компетентные органы разбираются, а поговорю о том, в чем я хорошо разбираюсь и что я очень люблю. Денежки. Американские денежки. $2. Кто тут у нас? Тут у нас Томас Джефферсон. Ни много, ни мало. А это $100. А тут у нас Бенджамин Франклин. Эти же люди на других, ну, не эти люди, их соратники, на других американских денежках, на площадях, ну, в виде статуи, естественно. То есть Америке, американцам, можно сказать, повезло, можно сказать, они за это сражались, но у них все получилось очень гармонично. Отцами, основателями государства, создателями американской нации стали, были люди, которые придерживались именно тех идей, взглядов, нравственных и политических позиций, которые являются основой современного цивилизованного общества. Мы считаем и заявляем, что все люди рождены равными, свободными и наделены своим создателем некоторыми неотъемлемыми правами. Поэтому для американского школьника и для учителя истории, который учит американского школьника, нигде противоречий нет. Он говорит о том, что вот отцы-основатели нашей нации, нашего государства, и их идеи совершенно созвучны тем идеям, которые мы должны отстаивать, за которые мы должны бороться, которые записаны в нашей Конституции. Замечательно. Следующая денежка. Что это у нас? Это у нас 10 польских злотых. Нарисован какой-то мужик сурового вида. Мешко Первый. Ну, погуглил я Мешко Первый. Ну, что такое Мешко Первый? Какой-то полулегендарный князь. X век. Ну, обычный разбойник, как все они тогда, ходил с походами туда, ходил с походами туда, резал этих, резал тех, потом пришли эти, порезали этих, и вот так оно все и шло. Как говорил Франсуа Рабле, гордиться древностью своего происхождения, значит, гордиться происхождением от закоренелых разбойников. Вот польская денежка. И точно таким же разбойником, естественно, был Владимир Великий, трезубец которого на гербе современной Украины. Таким же разбойником Юрий Долгорукий, который со свирепым видом на коне стоит посреди Москвы, а в Вильнюсе стоит Гедиминос. Тоже с тем же свирепым видом на коне. Тоже мы понимаем, что это закоренелые разбойники, которые едва ли придерживались идеи о том, что все люди рождены равными и свободными. То есть, когда литовский или польский учитель учит детей всему хорошему, ему как-то сложно вот привязать отца-основателя, какого-то легендарного князя, к современным представлениям о том, что такое хорошо, что такое плохо. То есть они не помогают.
вот эти все там мешки, лешки и долгоруки, они не помогают, но они и не мешают. Но они и не мешают, потому что все понимают, что дело было давно. И неизвестно, было ли оно на самом деле. Это сказки, но это какие-то сказки, которые годятся для того, чтобы снимать красивое костюмированное кино, где машут мечами, и, значит, девушки 9 века ходят в костюмах, шитых Версачи. Все замечательно. И не помогает, и не мешает. Что же происходит у нас сейчас здесь? Здесь, в Украине. А здесь, в Украине, пользуясь вполне понятной ситуацией, общая ситуация нервная, 8-й год продолжается российская оккупация украинских земель, происходит периодическая стрельба и гибель людей на линии разграничения. Это не самая спокойная ситуация для спокойных рассуждений. И вот в этой ситуации происходит активное проталкивание чудовищного. Я это понял. Я не тогда, когда начинал записывать цикл, а когда прочитал или просмотрел 18,5 тысяч комментов. Вот тут я понял. Чудовищная идея. Батька наш Бандера, Украина маты. Я не знаю, придумали ли это ФСБ, или это так получилось, но даже если это так получилось, то это очень замечательно, выгодно получилось для главного противника Украины. Это чудовищная формула. Она чудовищна тем, что она спекулирует на естественном для всякого человека чувстве любви и уважения к матери, на естественном для всякого человека ассоциации Родины с матерью, спекулирует на, ну, безусловно, я думаю, это никого не обижает, но всеми признанной эмоциональности, свойственной украинскому народу. Ну, народ, который придумал огромное количество песен, там что-то считается, то ли первое, то ли второе место после итальянцев, и почему-то делает вышиванки, цветные, яркие. Это, безусловно, говорит о повышенной эмоциональности, как национальных чертах национального характера. Вот этому народу закидывается вот этот вот крючок, закидывается крючок, Родина, мать, Украина, мать, а маму надо любить, маму надо защищать, подсекаем и тянем. А если ты любишь Украину, а если ты любишь свою маму, а если ты относишься к Украине как к маме, которую надо любить и защищать, то ты должен принять это внутри себя, что руководитель галичанских фашистов, кровавый преступник и да еще и продажный агент, это твой отец. Это твой отец. А украинская народная традиция, ну, хотя бы 2 поколения назад вообще предполагала, что к отцу обращались на «вы». Это чудовищная формула. Она чудовищная по своим последствиям, ибо, во-первых, она, еще раз, третий раз повторяю, крест-накрест отсекает возможность нормального, полноценного союзных, дружеских отношений Украины с ближайшим соседом. В принципе, отсекают Украину от цивилизованного мира. Потому что в цивилизованном мире ведь никто же не спрашивает, откуда ты пришел. Все спрашивают, куда ты идешь. Ну, простите, в Италии был фашизм? Да, в Италии был фашизм. С этим нельзя спорить. И что, Италии отказали в приеме в НАТО? Италия была в числе стран-основателей НАТО. А хорватские фашисты, эти самые усташи, вырезали человеческие глаза у сербов, складывали глаза в большие корзины, и эти корзины пускали по течению реки, чтобы их туда в Сербию относило. И что? Хорватия – член НАТО, Хорватия – член Евросоюза, что кто-то спрашивал. Венгрия – член Евросоюза, где были свои фашисты, Румыния – союзник Германии, где были свои фашисты, они все в Евросоюзе, они все в НАТО. Никого не интересует, что было тогда, но всех интересует, что происходит сейчас. Я абсолютно убежден, что если бы в Загребе, в столице Хорватии, кто-то додумался повесить портрет Анте Павелича 20/11, тогда бы им и сказали: ребята, можете целовать своего фашиста в десны, но у себя. А к нам, в наш клуб цивилизованных стран, мы вас не пустим. Это одна составляющая, но не менее вредная другая, внутренняя. Потому что никогда не удастся навязать всему украинскому народу представление о том, что галичанские фашисты и их лидер – это папа. Это родной отец, которого надо любить и слушаться. Любые опросы, любые голосования, все что угодно подтверждает, что эта идея не подходит для большей части украинского народа. То есть это курс на раскол страны, на внутриполитическую борьбу, совершенно ненужное и
последнее, может быть, главное по счету, опять же, подсказанное мне вашими комментами. Я прочитал или одну, или две, или 3000 комментов такого содержания. Нет, но они же хорошие ребята. Вот эти вот ребята, которые ходят с портретами Бандеры, которые там записывают свои флешмобы, они же за все хорошие, они не за фашизм. Но просто для них Бандера вот стал символом. То есть предполагается, что разумные люди, которые понимают, кто есть кто, должны почему-то подчиняться диктату людей неразумных. Они почему-то должны признавать символы, навязанные им малообразованными, слабоумными людьми, и таким образом совершать над собой постоянное интеллектуальное насилие. А что это такое? А это разруха в голове в конечном итоге. А к чему приводит разруха в голове, вы знаете. Сначала пропадут галоши, потом лопнут трубы парового отопления, потом отключится электричество и пропадет дом. Я категорически не хочу, чтобы подобные последствия в Украине когда-либо происходили. Именно поэтому я и потратил много времени и сил, чтобы записать этот 5-серийный сериал. Ну и, соответственно, благодарю вас, почтенная публика, за то, что вы набрались терпения и внимания его послушать. Всего вам доброго.